Элите вооруженных сил нашей страны исполнилось 93 года. На площади в центре села собрались воины запаса воздушно-десантных войск. Торжественным маршем колонна десантников направилась к памятному знаку ВДВ. Приближается колонна военнослужащих запаса воздушно-десантных войск. Товарищ глава Беловинского сельского поселения, воины-десантники, на проведение торжественного мероприятия, посвященного 93-й годовщине образования воздушно-десантных войск, построены. Здравствуйте, гвардейцы-десантники! Здравствуйте! Право поднять флаг доблести и чести воздушно-десантных войск предоставили воину запаса Роману Кузнецову. Бойцов поздравили заместитель главы района Александр Панчохин и глава сельского поселения Александр Слюсаренко. Хочу передать огромный привет всем, у кого сегодня праздник, всем десантникам, всем пожелать здоровья, семейного благополучия. И чтобы все, кто несет сейчас службу срочную, те, кто несет, выполняет свои обязанности в зоне специальной военной операции, чтобы обязательно вернулись живыми и здоровыми в свои семьи домой. С победой, естественно. Всех с праздником. Память погибших при исполнении воинского долга почтили минутой молчания. Объявляется минута молчания. Участники встречи общались, вспоминали время службы, фотографировались, звучали песни во славу воздушно-десантных войск. Я хочу, чтобы наша жизнь продолжалась по суровым, по десантным законам. Я хочу, чтобы наша жизнь продолжалась по гвардейским, по десантным законам. Я хотел бы поздравить всех воинов-десантников всех поколений с наступившим праздником. В первую очередь пожелать тем, кто сейчас выполняет задачи специальной военной операции, обязательно побеждать при всех обстоятельствах, в любых задачах, в любых боях. И обязательно вернуться домой живыми и здоровыми. Кто сейчас уже не в строю, пожелать мирного неба над головой, успехов во всем, крепкого десантного здоровья. Слава ВДВ! Пусть голубые береты и дальше наполняют парашюты в небе синевой. С праздником!